Очередное заседание административной комиссии прошло 27 апреля в здании администрации. Было представлено 4 протокола о правонарушениях закона Смоленской области. Два из них по невыполнению требований, установленных правилами благоустройства. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных. К правилам благоустройства относятся и нормы по выгулу собак. Так родитель, доверив питомца своему 11-летнему ребенку, не учел потенциальную опасность своего поступка. В результате во время выгула собака покусала прохожего. Если вы ребенка до 14 лет, маленького ребенка, еще несовершеннолетнего, отпускаете с собакой гулять, то ждите какие-то, возможно, эксцессы. За выгул домашнего питомца лицом младше 14 лет полагается штраф в 4000 рублей. Финансовые потери понесли и любители шума в ночное время. По этим делам были назначены также немалые штрафы в 3000 рублей каждый. Кроме того, председатель комиссии Владимир Исаев напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать при летнем отдыхе. На пляжах и других местах массового отдыха запрещается, а именно, купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими, запрещающими знаками и надписями, купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. Также подплывать к моторным, парусным судам. Такие действия могут привести не только к штрафу по существующей статье, но и к летальному исходу.